Вообще, конечно, я такой большой задумчивости, потому что Сергей нашел вот в этом году меня в тот момент, как раз когда я переосмысливал предыдущие годы работы с онкологическими пациентами. Что-то в систему добавлял, что-то убавлял, смотрел, ну, как бы несколько другим взглядом, да, на все, что сделано. И вот сегодня об этом буду говорить. И как раз та тема, которая меня, ну, которая меня беспокоила последнее время, это почему люди прекращают терапию, либо не начинают ее. Да? И вот, собственно, об этом я и буду говорить. Ну, поскольку способ работы, ну, как бы специалисты разных модальностей, да, каждый работает своими инструментами, в своем стиле, поэтому я сделал слайды, которые, ну, дают какое-то представление о том, как работаю я. И исходя из этого, я тогда уже буду рассказывать. Ну, начну с первого этапа, с первичной консультации. Соответственно, что я выношу на нее? Это обсуждение сильных и слабых сторон различных методов лечения. Потому что, смотрите, эффективность, даже если брать, ну, давно нам известные цифры Саймонтонов, да, то в сравнении с традиционным лечением мы имеем мощнейший инструмент, даже как бы на том этапе, не перерабатывая его, имеем мощнейший инструмент воздействия, который по силе, по эффективности, да, по процентовке сравним и с химиотерапией, и с хирургическим лечением. Более того, если фактически возможности, ну, на мой взгляд, возможности хирургии и химиотерапии близки к своему максимуму, то тот способ психосоматического лечения, который применяем мы, этих ограничений не имеет. То есть мы можем его совершенствовать бесконечно, и эффективность его зависит во многом, кстати говоря, от пациентов, которые приходят к нам на лечение, на терапию. Вот. Что еще хочу сказать? Достаточно неоднозначная тема соотношения классического лечения, да, и онкопсихотерапии. Один из моментов, не секрет, что многие операции в онкологии калечащие. И опять же, мое мнение, с чем я сталкивался, я думаю, что у классических специалистов, ну, я думаю, свой взгляд на вопрос, да. Но о чем я хочу сказать, что, на мой взгляд, есть случаи необоснованного назначения оперативного лечения. Причем это калечащие операции, там, опыт мой 3-летней давности. Это предложение, например, после двух курсов химиотерапии и плотной, как бы, нашей с ней работы, первичный очаг ушел, то есть был рак груди. Вот. От первичного очага не осталось ничего. То есть на какой-то момент ни очага, ни метастазов не было. Опухоль не гормонозависимая. И при этом предложение, значит, ее лечащего врача удалить грудь. А зачем? Внятного вопроса он на этот вопрос тоже не дал. Я говорю, ну ты спроси, зачем? Говорит, я не знаю, но так положено. Вот мне бы хотелось, чтобы таких назначений в классической медицине было меньше, если специалисты, которые в этом направлении работают, меня услышат. Вот. Поэтому иногда приходится вот эти моменты с пациентами обсуждать. И в данном случае я стою на позиции, что я отдаю этот выбор, естественно, пациенту, да? Обсуждая вот сильные и слабые стороны. Если говорить про психосоматическое лечение, про психосоматическую терапию, то свои слабые стороны у нее тоже есть.
она требует время на освоение, и эффект у нее бывает отсроченный. Вот, поэтому есть ситуации, когда, ну, скажем так, когда можно просто не успеть. Когда эффект наступит, ну, позже, результат наступит позже, чем он нам нужен. Поэтому идеальной моделью на данный момент я считаю сочетание всех возможных способов терапии. Что еще об этом можно сказать? Что онкология – заболевание системное. Рак не является чем-то отдельным. Он является одним из режимов работы организма, аварийным режимом. И к этой ситуации, во-первых, процесс – это многолетний, процесс – это системный. Процесс, в который вовлечены все сферы жизни человека. Отношение к себе, отношение с окружающими, да, его вообще положение в жизни, много что здесь можно говорить. Вот. То есть вся жизненная инфраструктура его к моменту заболевания приходит в такую ситуацию, да, когда возникает перегрузка и онкологическое заболевание. Возникает вот этот правовой защиты. Поэтому вплоть до того, что на первичной консультации, если говорить о том, почему пациенты терапию прекращают, да, когда я обращаю внимание, что на самом деле началось это у вас, извините, не вчера и не позавчера, да, и, собственно говоря, сам процесс сложился довольно давно. И что многие устоявшиеся сферы жизни нужно менять. То есть нужно кардинально менять свою жизнь, чтобы исцеление наступило. Вот это первая ситуация, после которой, после первой консультации, часть людей уходит. А второй негативный момент здесь, то, что откладывают начало терапии. Да, спасибо, я понял, я пошел, да, потом человек приходит через полгода, а полгода все равно достаточно серьезно. Через год, вот был пациент, который через год пришел. На всякое лечение, да, все-таки нужно время. Поэтому, когда происходят такие ситуации, то очень много возможностей пациенты теряют. Как бы, я думаю, это тоже не новость, не секрет. Вот это вот одна из ловушек, которые срабатывают на самом первом этапе. То есть это недооценка методов психосоматического лечения, а также наоборот переоценка. Что сейчас я вот готов, да, я вот решил, взялся, я готов к вам сходить на 2-3 сессии. И вот, давайте скорее убирайте мою проблему. Вот я вам ее принес, убирайте, да? Тоже абсолютно неверная точка зрения. Нужно менять всю систему. Поскольку у системы есть инерция, то процесс это не быстрый. Я остановлюсь вот чуть позже на способах быстрого изменения состояния, но как бы тоже не в свои моменты. Ну, переходим ко второму шагу. Это восстановление ресурсного состояния. Вот сейчас я как раз перехожу к тем способам, которые могут изменить состояние. Могут изменить состояние пациента быстро, очень быстро. Это психофизические тренировки. Ну, скажем так, то, что мы знаем, китайские варианты цигун. Есть индийские варианты этих техник, есть те, которые были разработаны западными специалистами. Это сочетание работы с внутренним состоянием, с целями, с образами, наложенное на различные физические упражнения. Этот метод дает
очень быстрый эффект, но у него есть, опять же, свои слабые стороны. У этих методов есть тоже свои слабые стороны. Как ни странно, они проистекают из их плюсов. При их применении, как правило, идет мощный положительный эффект, то есть либо остановка, либо уменьшение опухолевого очага, повышение настроения, работоспособности, энергии. Но это же является и минусом. Потому что глубокой перестройки, да, за такой срок, естественно, не происходит. И очень большой соблазн у пациентов использовать эту энергию на решение сиюминутных задач. Опять же, возвращаясь к началу, онкология заболевания системная. И у пациента, как правило, существует масса слабых мест. И вот первый выплеск энергии, он тратит так же неэффективно, как расходует так же неэффективно, так же, как он расходовал энергию в своей предыдущей жизни. Да? То есть вот этот выплеск уходит. Воскапывание картошки, в мойку полов, в коррекцию отношений с близкими, выплескивается, да, в доделывание каких-то запущенных дел на работе. Что делать категорически нельзя? Потому что это стимуляция внутренних ресурсов организма, это первый выплеск. Без него, в общем, тоже не обойтись, да, потому что, как правило, состояние пациентов, а попадают ко мне в основном на третьей, на четвертой стадии, состояние пациентов и физическое, и психологическое оставляет желать лучшего. Для того, чтобы работать дальше, вот эти техники, они нужны. То есть без них обойтись тоже нельзя. И вот здесь ловушка, да, что человек расплескивает тот ресурс, который он получил, он дальше не идет. Соответственно, ну вот я говорил, что я перерабатываю систему, да, буду уделять этому отдельное внимание, вплоть до проработки с помощью ПАТа, например, да, такой стратегии. Потому что это одна из стратегий, которая привела человека в такое состояние. Работая годами, да, она подточила ресурсы и возникло заболевание. Возникло вот это вот. Плюс, значит, техники на узкие задачи. Что я под этим подразумеваю? Это, например, выраженный болевой синдром. В исключительных случаях это побочные явления при химиотерапии. Почему в исключительных случаях? Потому что не секрет, вещества, применяемые для химиотерапии, являются ядами. И давать методы, которые бы сняли симптоматику, да, которые бы защитили организм, вот на данном начальном этапе нецелесообразно, потому что организм привычно начнет защищать и атипические клетки тоже. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это нецелесообразно. Только в исключительных случаях, когда от этого зависит успех лечения. Да? То есть, когда это является ключом, ну да, можно этими техниками немножко побочки снять. При выраженном болевом синдроме это показано, потому что с помощью этих техник мы одновременно убираем болевой синдром и в то же время решаем основную задачу. Да, то есть это идет, ну, как бы в русле основной терапии. В этом смысле да. Но опять же, по поводу да, ловушек, во что, зачем здесь нужно следить. Про психофизику сказал. Сжигание необходимого для лечения ресурса.
Техники на узкие задачи, опять же, пациенты начинают применять везде. Да? Поскольку задача восстановления при онкологии достаточно критичная, то здесь баланс, сложно выдерживать баланс между глубиной внутренней работы, да, то есть нужна строгая очередность задач, то есть самые необходимые вещи, ключевые вещи решаем в первую очередь. А пациенты часто эти техники на узкие задачи начинают применять для того, чтобы, внешность улучшить. Я говорю, зачем это тебе? Займешься этим через год, да? Вот. Улучшение отношений с близкими, когда это первоочередной задачей не является. Вот это те ловушки, в которые люди попадают на этом этапе. Не секрет, что она движется, что улучшение состояния человека движется вот такими вот скачками. То есть вот эти вот спады, они не говорят о том, что человек что-то неправильно делает. Опять же, один из соблазнов, если человек и так с большим сопротивлением, да, на терапию пришел, наступает первый спад. Если заметили, то нижний минимум, он выше, чем первоначальный. Да? Последующий минимум тоже выше, чем предыдущий. То есть идет вот такое скачкообразное изменение. Но на вот этом вот спаде появляется состояние, настроение у пациентов, что ничего не происходит, вот делаю, ничего не помогает. Вот. Это неизбежная кривая, к ней тоже нужно быть готовым. Я пациентам это объясняю. Но часто приходится проводить дополнительные сессии по коррекции именно вот этого состояния. Неуверенность в себе, да, то, что ничего не получается, что методы не работают, вместо просто последовательного применения каких-то. Третий этап. Значит, после выполнения первых двух, здесь у нас есть уже ресурс. Здесь есть определенный набор освоенных техник пациента. Состояние лучше, уже гораздо лучше, чем первоначальное. Здесь вот наступает следующий этап. Начинают в полную силу, потому что первоначальная мотивация пациента очень высокая. То есть это, наверное, нам всем свойственно, что мы обнаружили метод, который вот нашу проблему может решить. Да, сначала мы на это кидаем все время, все ресурсы, все наше внимание. Поэтому первоначальные результаты высокие. Как бы с мотивацией делать что-то не обязательно. На большом желании, на большой энергии пациент вот эти вот этапы проходит. Поскольку терапия длительная, вот наступает этап проработки основных убеждений. И здесь всплывают вот эти вот метапрограммы. Значит, как их можно обнаружить? Ничего не идет, ничего не получается, да, стопорится результат. Если мы на этом этапе, есть случаи, когда уже можно применить техники на основной очаг, в этом случае начинаешь, как бы терапию основного очага начинает усиливаться метастазирование. То есть идет внутреннее сопротивление. Вот. Но здесь вот огромное количество этих вот ограничивающих метапрограмм. Это и смысл жизни. Да, и недовольство общей той ситуации, в которой человек живет,
Это неуверенность в себе, это различные, различные сбои в жизненных стратегиях. Вот так называемые замкнутые круги вылезают, да, то есть когда человек не раз уже, скажем, ситуацию в этой области своей жизни пытался изменить и приходил к очень неутешительным результатам, тратя на это силу, энергию и уверенность. Поэтому при приближении к таким ситуациям возникает очень сильное сопротивление. Для многих это тоже иной раз повод закончить терапию. То есть оставить все как есть. Либо это при сильной мотивации, я говорю, это малорезультативная работа, при том, что пациент работает на полную катушку, результативность его очень невелика. Вот. В этом случае стоит искать основные вот метапрограммы, которые относятся к его жизни целиком, к его функционированию на этой земле целиком. Как правило, вот эти вот вещи проявляются во всех сферах. Ну вот здесь небольшая перекличка с ПАТом, да, это вот понятие о первичных полярностях. Вот где-то оно близко. То есть человек раз за разом пытается какую-то проблему в своей жизни решить, она не решается, истощаются ресурсы, да, наступает декомпенсация и вот в том числе онкологические заболевания. Значит, проработка отношений с окружающими. Это ближайшее окружение. И это то окружение, от которого пациент зависит серьезным образом в какой-либо сфере. Жилье, финансы, какие-то необходимые для пациента взаимоотношения, которые, скажем, поддерживают его статус, поддерживают его эмоционально. Материально. Вот на этом этапе уже, соответственно, это выходит задача на первый план. В данном случае она решается, ну, я ее решаю сначала по упрощенному алгоритму. То есть выбрать то, что необходимо, да, то есть мы прорабатываем самые необходимые отношения. Те вот, которые ключевые. То, что можно отложить, например, можно уехать там от семьи куда-нибудь в другое место, если есть такая возможность, да, человек не полностью на этом завязан. То есть варианты, когда стоит использовать эту возможность, а расширением своего поля жизненного можно будет заняться потом. То есть здесь тоже решение пока экстренной задачи. И тоже одна из важнейших вещей – проработка аутоагрессии. Вот одна из тем, которая уж в онкологии представлена очень ярко. То есть если почему-то не работает терапия, то, наверное, это первое, за что стоило бы взяться, это отношения с самим собой. Следующий этап – это терапевтическая поддержка. Что я под этим подразумеваю? Фактически это этап, где наступает самостоятельная работа пациента. То есть пациент выходит на какое-то плато, когда он обладает достаточным пониманием, да, достаточными навыками в техниках саморегуляции, когда расчищены основные убеждения, то есть путь проложен. Но тоже одна из важнейших задач, это создание уверенности в себе пациента. То есть это один из ключевых терапевтических факторов. Поэтому вот я отдельное внимание этому этапу уделяю. То есть здесь только остается моя поддержка с тем, чтобы на каком-то этапе она была просто минимальной. Когда человек полностью работает со своим состоянием сам. Ну и, соответственно, в качестве,
что можно здесь ожидать? Одна из причин прекращения терапии, а я все вот и так сам могу, да? С одной стороны, мы это состояние в пациенте создаем, с другой стороны, оно может являться стопором. То есть человек останавливается на данной площадке и дальше не идет. И еще один важный этап. Если предыдущую терапию проводили, опять же, на сильной мотивации, то здесь то, чего я добиваюсь на этом этапе, это стабилизация состояния уже на низкой энергии. То есть, когда это состояние становится привычным. Мы изменили убеждения, изменили способы поведения за предыдущее, да? Поставили пациента на определенные рельсы в сторону выздоровления. И вот теперь его задача делать это не через силу, а через спокойное внутреннее раскрытие, да, чтобы это стало просто стилем жизни. И, соответственно, какая ловушка может быть здесь? То, что человек продолжает это делать на каких-то дополнительных ресурсах и на усилиях. Вот, это, причем это не всегда заметно снаружи. Поэтому, проводя вот корректирующие терапевтические сессии на этом этапе, я стараюсь за этим очень внимательно смотреть. То есть с новыми убеждениями, да, с новыми стратегиями человек освоился или он это поддерживает еще через силу. Или это уже стало новым его способом жизни. И вот следующий шаг. Фактически, вот завершая предыдущий шаг, да, мы как бы один круг отработали. И вот следующая особенность. Здесь мы при дальнейшей работе сталкиваемся с двумя проблемами. Первое. Понятие пациента о здоровье, о прекрасном самочувствии не соответствует действительности. Потому что наш мозг, наше сознание так устроено, что мы часто делаем выводы о чем-то на основании предыдущего опыта. Так вот, пациент тоже, сравнивая свое состояние, например, с состоянием до болезни, говорит, все хорошо, но я думаю, что мы помним, что это то самое состояние, с которым он в болезнь ушел. То есть это не является целью нашей терапии, это только промежуточная площадка. Еще. Поскольку мы меняем многие корневые убеждения, здесь мы попадаем в ситуацию, когда, скажем так, опыта другой жизни, здоровой, да, несовместимой с онкологическим заболеванием, этого опыта у человека нет. То есть здесь вот эту точку, ее приходится реконструировать полностью. Раз. То есть нет даже представления, как можно как ставить цели в этом поле, да, как их достигать, какое состояние человек хочет получить, он его никогда не испытывал. Здесь мы сталкиваемся с этой проблемой, поэтому большой объем труда уходит на то, чтобы сформировать вот этот опыт и вывести его на поведенческий уровень, то есть на уровень стратегии и действий. Вот здесь вот пациенту тоже требуется очень много поддержки, потому что он создает совершенно новое поле. Совершенно новый способ жить. И в плане ловушек, в которые он попадает здесь
ведь мы еще сталкиваемся с, во-первых, с, со страхом неизвестности, да, и с отсутствием инструментов. С отсутствием инструментов в жизни вот в этом состоянии. А также здесь вылезает вторичная выгода. Вторичная выгода. Потому что человек чувствует себя неплохо, да, адаптирован, лечение идет, вроде бы улучшения идут, да, появляется ресурс, появляется надежда, все. Здесь начинают обостряться те вещи, ну скажем так, отношения с окружающими, опять же отношения с собой. Приводя это в то состояние, что пациент не долечивается до конца. Он как бы играет с болезнью в поддавки. Хуже станет, да, начинает применять техники, начинает активно над собой работать. Чуть, например, анализы показали улучшение, да, КТ показал улучшение. Все, интенсивность занятий снижается, да, вплоть до того, что часто занятия на этом этапе бросают. Вот тоже то, что нужно прорабатывать заранее отдельными сессиями. Да, вот я говорю, пересматривая систему, обнаружил вот одно из слабых мест, это вот это. То тоже такая своеобразная ловушка. Много сложностей, да, сразу изменение образа жизни. И часто это является вот серьезным стопором. Вот в развитии, да, предыдущего пятого этапа сформировали совершенно иной образ жизни, да, иное отношение к себе, иные цели, задачи, внутреннее состояние. И после этого, ну, во-первых, начинаем смотреть, что еще может пациента обрушить. Это ситуации, которые в обычной жизни встречаются нечасто. То есть какие-то исключительные моменты, да, но тем не менее их тоже нужно вычислить и каким-то образом с ними поработать до момента, пока они не случились. Потому что это гораздо проще, чем восстанавливать целостность и уверенность пациента потом. И основной задачей здесь является создание структуры, устойчивой к формированию опухолей и метастаза. Если выход на пятый, шестой этап не идет, вот неоднократно замечал, что справляемся с первичным очагом, а вот эта вот небольшая разница потом приводит к метастазированию, причем из каких очагов совершенно непонятно, да, которые не определялись до этого. То есть проходит какой-то срок, там, от где-то 4 месяцев, там, полгода, и возникают метастазы, причем в тех местах, где их не было. Совершенно неожиданно. С одной стороны. Да? С другой стороны, это как раз последствия того, что пациент находится еще в зоне риска. Да? Сохранено его окружение, сохранен его образ жизни, и болезнь может возникнуть снова. Вот дальше вот сейчас вот мы касаемся вот пятый, шестой этап. Это то, что традиционная хирургия и химиотерапия просто не может дать. Потому что эти методы сознания человека, да, образ жизни человека не меняют. Отсюда как бы основная проблема, да, при этих способах лечения – это метастазирование. Соответственно, если мы будем пользоваться такой же душевной хирургией, да,
не прорабатывая, не выводя человека на этап устойчивости, на проработку глубинных причин формирования, то получим те же результаты, то есть это метастазирование и возникновение новых очагов в отдаленной перспективе. Поэтому пятый-шестой этап, то есть мы вывели и фиксируем его здесь. Значит, из сложностей, ну, здесь ловушкой, слабым местом является то, что терапия длительна. И к этому моменту возникают настроения у пациента, все же хорошо, да, жить хочу. Что зачем мне это лечение продолжать, зачем мне эти техники делать, зачем мне об этом там помнить и какие-то усилия к этому прилагать. Возникает сопротивление, нежелание с этим сталкиваться. Вот. Вновь возникает, да, уже на этом этапе. И часто это опять же является причиной прекращения терапии. То есть человек смотрит, хорошо, месяц хорошо, два хорошо, три хорошо, бросает техники, перестает активно с собой работать. А потом, потом возникают вторичные метастазы, причем, я говорю, чему я удивляюсь, что ниоткуда. Убирали же дочисто, да? Опять. Вот слабое место этого этапа, то есть нужно настаивать на продолжении терапии. С запасом, да, вывод просто в безопасную зону, когда заболевание возникнуть уже просто не может никаким образом. В силу этого, на этом этапе потихонечку перемена целей. То есть мы забрасываем цели уже дальше выздоровления, да, стараемся их максимально далеко отодвинуть, то есть дальнейшая перспектива. Выздоровлением, закреплением выздоровления занимаемся на этом фоне. В силу того, что наш разум работает таким образом, что он, в общем-то, задачу на 100% не выполняет. Да? И чтобы задача была выполнена на 100%, нужно планочку поставить на 120% как минимум, а то и побольше. Поэтому мы берем цели по дальнейшему улучшению качества жизни, да? Там, по профессиональному, по личному успеху, по самореализации. То есть мы расширяем поле максимально далеко. Если это интенсивно сделать, то пациент границу, да, когда он в зоне риска находится, он просто. Последний слайд – это структура целиком, это по блокам расписал. Вот. Таким вот образом мы можем идти, мы можем повторять эти шаги нужное нам количество раз. Потому что не всегда, да, там, если такую структуру брать, не всегда за один проход удается добиться результата, ее можно повторять бесконечно. На этапе терапевтической поддержки происходит набор сил, ресурсов и некоторый отдых, да, за счет снижения интенсивности. То есть я просто настаиваю на уменьшении усилий на этом этапе. Происходит стабилизация на площадке, происходит набор сил, потому что в режиме первых шагов работать долго сложно. Нагрузка велика. Я сказал то, что хотел, если есть какие-то вопросы. Хорошо, я сейчас с вами занимаюсь, что пора заканчивать. Хороший вопрос. В последнее время, за последний год, что я делаю, добавляю в терапию способы коучинга добавляю. Да, в частности, одну из таких несложных систем удобных для применения – духовный выбор. Есть список вопросов,
достаточно подробным, да, и зарекомендовавший себя, ну, как бы в других сферах, который дает как бы положительные ответы на эти вопросы, там, десятка, да, то есть состояние плюс 10, состояние полной уверенности в этих вопросах дает как раз понимание о том, что терапия закончена. Тем более, если я ставлю целью не выздоровление, а следующий шаг. То есть я делаю как бы контроль на этапе выше, да, что закончим. Если я там что-то не вдруг, да, если я там что-то не увидел, потому что любые системы имеют свою просадочку, что-то можно не заметить, то пациент не скатится до зоны риска. То есть он все равно останется лучше. Конкретно, какие индийские техники вы применяете? Техники, вы сказали, китайские цигун. Я в свое время, просто брал и смотрел совершенно различные, да, это сочетание движения, дыхания, работы с мыслеобразами. То есть это из, что-то из раджа-йоги попало, что-то из цигуна с китайского попало. Где-то посмотрел, как ни странно, да, из аутогенной, там некоторые элементы есть, которые тоже очень хорошо, ну, которые меня заинтересовали на том этапе. Вот. И потихонечку понимание этого сложилось, то есть сейчас я эти техники даю, ну, формирую свободно под задачу. То есть что-то надо, и я эти техники формирую в зависимости от степени нагрузки, да, от состояния пациента, то есть это лежачий больной, либо состояние такое, что он может там активно действовать, да. Вот, насколько сохранен объем движения. Вот исходя из этого я подбираю психофизику, да, как бы формирую нужную позицию. Поэтому вот впрямую ответить на вопрос, что именно, да, мне сейчас проблематично. Ну, есть такой известный слоган, слоган, как говорится. Рак не приговор, а повод изменить свое сознание. Разумеется. Время пошло. Вот в этом слогане многое сказано. Измени сознание, изменяй сознание, можно изменить и набор болячек. Но другой, но с которым можно еще жить. Человеческая жизнь несовместима с бессмертием, но хотя бы жить дольше, качественнее и вкуснее. Изменительная работа, это сложная работа, очень сложная работа. Либо провокационная мощность, как Станислав Гров, при помощи ЛСД-терапии. Но это запрещено законом. Так что рак не приговор, а повод изменить сознание больного. А время тикает. Спасибо.